Други, подруги, всем привет, с вами Грувчанский, продолжаем играть в Potion Craft. Присаживайтесь поудобнее, заваривать чай, кофе, ставьте свой царский лайк. Постепенно у меня расходуются ресурсы. Сегодня попробуем по факту докрафтить ресурсы, сделать соль пустоты, сделать снова негреда и, возможно, докупить немножко алхимической машины, чтобы продолжать делать сложные зелья. Спасибо большое, что меня смотрите, спасибо, что комментируете и поддерживаете пальцами вверх. Ждем горняка, ждем магазин, чтобы как-то красиво выйти в зелье некромантии. Зелье, дающее магические силы, ему нужно. У меня было, кстати, третье, но последние уже грибы кончаются. Просто быстро грибы кончаются. Меня разыскивает банда головорезов. Кажется, они уже выследили меня. Мне срочно нужно скрыться. Тут зелье исчезновения нужно, да? Дадут много, но денег... Денег у меня и так до хрена. Мне нужны ингредиенты. Если я сейчас еще поведу сюда, то потом мне не хватит. Ну вот направо-наверх я свои любимые грибы израсходовал, потому что лучше мне не принесли еще. Не принесли еще грибов лучше. Поэтому извини, барышня, придется тебе умирать. Минус 3. Есть стражник, который очень мешает мне пройти одно нужное место. Хочу подсыпать ему что-нибудь, ведет его, выведет из строя на некоторое время. На тебе зелье сна. Есть стражник, который очень мешает мне пройти в одно нужное место. Ребятки, ну, одно и то же уже пошло. А я сварить тебя не могу. Сон 3 сварить не могу. Почему? А не хватает мне вот этих вот водоцветов. Так что извини, бро. Не сегодня. О, здорово, грибник. О, здрасте, здрасте, мои любимые. Мои хорошие грибы. Все покупаю. И вот эти все покупаю. Денег много, грибник, еще скидку потребую. Все, давай торговаться. Давай торговаться, грибник. Ингредиентов кот наплакал. Между прочим, полтишок скинуть. Новый уровень таланта. Но я не буду его тратить, я буду до конца вот эти доводить. Назад завершать диалог. Опять какие-то, блин, бандиты. Бандиты пошли у меня зелье покупать. Завалял сундучок, но ключ от него потерялся. Надо как-то взломать замок. На, взорви, короче. А я могу, кстати, вот это вот зелье сделать? О, вот это будет, наверное, дороже стоить тебе, да? Или нет? Не, одинаково, фак. Но это, конечно, ингредиентов больше требует. Ну ладно. С тобой я торганусь, конечно. Я сейчас немножко прикупил грибочков, поэтому нуждаюсь немножко в бабосиках. Но минус 20. Опять репутация. Репутация пошла вниз, ребят. Ну, грув с сомнительной репутацией. В амбаре поселилась крыса, надо чем-то потравить. Ну, потрави. Я не против. Главное, дайте мне репутацию. Почти весь нас урожай пожал долгоносик. Что же нам делать? Ну, выращивайте новый, вот вам быстрый рост. Строганемся. Денег немного я... Грибочков накупил, но около 3000, наверное, надо держать. Лесорубы вырубили нашу рощу, новые деревья вырастут через год, может ускорить как-то рост. Давай сразу скрафтим 3. Раз вам так эти зелья нужны... Мне кажется, надо начинать день с того, что крафтить какое-то количество зелий. Там, допустим, да, зелье огня сварить с третьего, потому что очень часто требует там... Вон, зелье мороза теперь не могу сделать, потому что налево никак не походить. Так, быстро ночь проходит. Так, цветочки, грибочки сюда. Ну, давай мне нормального. Магазин-то дай мне. Магическая энергия на исходе. Магаческая. Ну, ладно, это я могу сделать, потому что я грибочков накупил. На, продаю. Недавно один гриб съел. Ух, интересно, сколько красок, цветов. Все кружилось, да? Только вот я не запомнил, как гриб выглядит. Но вы-то разбираетесь в этом все. Можешь сделать какое-нибудь варево из таких грибочков. Я так понимаю, ему нужно зелье галлюцинаций, да? Из таких грибочков. На, тебе эти грибочки. Понравились ему грибочки.
Усач. Грибной усач. Все, за 400, пожалуйста. Блин, 3600 уже. А, моя жена, у нас все хорошо, кроме, скажем, как бы мы могли уделять друг другу больше внимания в определенном плане. У меня с ним проблем нет, но она как будто ничего не хочет. Друг, вы сможете что-то придумать. Но это зелье либидо, но кончается. Кончаются ингредиенты. Волосатый банан кончился. Теперь либидо никак не будет скрафтить нам. Это, конечно, беда. Виагру надо было. Женскую виагру. Есть такая? У меня какая-то сыпь на руке. Есть ли исцеляющее зелье? Ну, было, бро, было исцеляющее зелье. Вот только у меня обычные рецепты уже кончаются. О, грибник, здорово. Блин, лучше пришел торговец. Торговец лучше пришел. Ну, грибы фармим. Нам они нужны. Всяческие разные. Вот эти все возьмем. Такие у нас еще есть. Пятихаточка, деньги вообще же тратить-то, собственно, некуда. Поэтому на косарик я грибочками-то и закуплюсь. Но еще и скидку потребую в 500. Можно вообще у нее весь пул скупить нафиг. Раз они мне так нужны для зелий из этого. Еще что ли? Давай все скупим, блин. Все скуплю, бро, у тебя. Кроме тех, которые дорого стоят. Кроме них. Ой. Нет, эти нам не нужны. Давай еще поторгуемся. Все, я подумал, что в принципе можно все дешевое скупать. Денег хватает. Там пару жирных зелий сделал. Там немножко репутацию подпортил. И все. Завалялся сундучок, ключ от него потерялся. Надо бы взломать замок. Ну, у меня вот зелье взрыва есть замечательное. Ну, придется тебе заплатить. Это взрыв с огнем. Только не взрывай, если там бумаги, как бы, они сгорят. Минус 20. Опять сомнительная репутация у меня. Я работаю в шахте. Но, то есть, на очень твердой породе нужно взорвать. Блин, только что. Ну, на тебе вот это вот классное зелье. Зелье взрыва с огнем. Деньги после покупки грибника. Мне не грибник нужен, на самом деле. С грибами вроде уже проблем больших нет. Мне нужен магазин, где я бы смог накупить вот этих водоцветов. Водоцветов, ветроцветов, обычных самых ингредиентов. Мне нужно безопасно и быстро спуститься с горы. Наверняка что-то есть. Зелье левитации или замедление. Я могу одно левитации сделать. Думаю, что много можно будет строговать с нее. За левитацию. Ей надо с горы спуститься. Вот, за 600 спустишься с горы. У меня уже неделю бессонниц. Сильно переживаю, не могу расслабиться ни на минуту. Вот с бессонницей проблемы. А, не, не проблемы, смотри. Что-то я там сделал и хватает уже на зелье сна. Быстро. Быстро ускоряемся. У нас этот, как его, спидран. Спидран по игре. Фармим ингредиенты, потому что хочется уже дальше пройти, не те идут. Магическая энергия у нее на исходе. На тебе магическую энергию. Сдачи не надо. Магическая энергия на исходе. Да вы шутите, что ли? На, сдачи не надо. Скоро нафармим популярность 8. Неудачно перепрыгнул, а враг сломал ногу. На тебе хилку. Пожалуйста, сдачи не надо. Я недавно поранился, и кажется, рана начинает гноиться. Что мне делать? Блин, о, господи. Господа, одно и то же требуете от меня. О, здрасте, тебя я ждал. Тебя я ждал, и вот эти цветочки я тоже очень ждал. Давай. Все, а как-то можно их купить? А, можно зажать. Можно зажать, как говорится. Это тоже все покупаем. Так, с этим, кстати, проблем нету. Но мне не на что больше тратить бабки. Так, куриные лапки вот эти вот. Да, надо бы докупить. Вот этих надо докупить. 2000. Я могу 800 скинуть. Это мы и сделаем. Зато я потом зелье накрафтить. 1000 всего. Я-то думал, боже ж ты мой, что мы тут заплатим сполна.
А тут оказалось нет. В моем доме завелось вредоносные жуки. Хочу распылить там ядовитое облако. Уехать на месяц. На. Теперь я могу нормальное зелье делать. Да, пожалуйста, пожалуйста. Нужно зелье, дающее магические силы опять. Такое тоже у нас есть. Грибы потихонечку начинают качать. Не буду я торговаться с ними. Магическая энергия на исходе. Нате. 75. Еще раз, у меня в амбаре поселились крысы. Надо их потравить. Пожалуйста, пожалуйста, травите. Новый уровень у нас. Глава алхимика 4 завершена. Отлично, у нас есть опыт. Сколько у нас очков? Один или два у нас очка, да, по-моему, может должно быть. Завершите четвертую главу. Да, два очка, нужно еще одно очко. Пятая глава. Достигните 10 уровня популярности. Создайте зелье с 5 разными эффектами. Создайте соль пустоты. Мне нужен горняк, срочно. Нужен горняк. Без горняка вниз пройти будет очень сложно. Горняк, ну ё-моё. Ну здравствуй, маг. 12 тысяч соли жизни. Ну я такое пока себе не могу позволить. Но могу вот это вот базовое улучшение сделать. Сколько у меня, кстати, страниц есть лишних? 3, 4, 5. Так, давай мы будем улучшать, наверное, уже эту нашу машину. И еще 3-4 страницы, естественно, будем торговаться с тобой. Можем 1600 аж скинуть. 2400. Даже еще 1300 осталось. И у меня есть опыт. Так, давай, наверное, торговля от 20-25%. Цены 45%. Что из этого лучше? Мне кажется, что в первую очередь надо торговлю прокачивать. Потому что от более высокой цены процента, естественно, торговли будет выше, да? Математика с грувом. Моя магическая энергия на исходе. Это как бы изично. О, видите, уже дороже. Еще магичнее. Блин, вы все мои грибы сейчас сожрете, господа. Хочу отправиться ночью в лес, чтобы собирать какие-то... кое-какие травы. В темноте ничего не разгляжу. Фонарь, чтобы горел. Свет 2. Блин, свет 2, это, конечно, плохо. О, здрасте, у нас есть 1600. Опа, цветочки-то по скидончику. Немножко кактуса. Вот эти у нас есть, тоже штук 50 у нас. Так, давайте, наверное, докупим вот этих здесь больше. Ой, вот это нам не нужно, это дорого. Вот это все покупаем, то, что по скидке максимум всегда. 800, я думаю, что до 1000 добьем. И еще сторгуемся с ней. Я так понимаю, что у нас пошел уже эндгейм контент, да, когда денег до хрена. И тебе нужно уже ингредиенты. Ну, мне нужен горняк. Я у него все скуплю, нафиг, все куплю. Скоро иду сражаться с лавовым гигантом. Наверняка у вас есть что-то, что поможет в битве с лавовым. Ну, наконец-то у меня, кстати, появилось зелье, деньги, точнее, ингредиенты для зелья мороза. Ух, какая женщина. Третий день болит голова, ночью не могу уснуть. Вы можете чем-то помочь? Ну, зелье сна, видимо, нужно ей. Пожалуйста, спите на здоровье. 100, да, надо. Почти весь наш урожай пожал долгоносик. Новый будем выращивать. А, у меня, кстати, они были. Третий день болит голова, не могу уснуть. Пожалуйста. Торговаться. День закончили. Надеюсь, сейчас в первую очередь придет горняк нафиг сюда. Сюда горняк. Ну, ё-моё, зачем ты ко мне ходишь? Ты покажи товары. Продвинутая алхимическая пока купить не могу. Рецепт соли жизни дорого. Страницы. Мы тут сделали. Сделал. Купите улучшенную алхимическую машину. Так, страницы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давай штучек 9. И, естественно, торгуемся. Блин, с ним торговаться-то 3000 лет. Значки еще по километру. Давай за 600. Так, когда мы зелья-то дорогие продавать будем? Мне нужны ледяные стрелы. Ледяные стрелы. На, делай. На меня напали разбойники, я с ними расправился, но мне тоже зацепило. Рана глубокая, нужна хилка, видимо, да?
опилок много можем сделать, отлично. Мне нужно поджечь кое-что, но чтобы наверняка без каких-то осечек. На, поджигай. Торговка, блин, 1200. О, бананчик, бананчик нужно, весь бананчик покупаем. Наверх, наверх нужно, обязательно, обязательно нужно все. Крокозябры, крокозябры по скидочке. Вот такие тоже их покупаем. Все, все беру. Все беру. Так, что у нас по... Вот этих 17, давай еще. Куриных лапок 27. Еще огнецветы все берем. Все берем. Естественно, торговаться. Сейчас, мне нужен какой-то один... Хороший покупатель. Который бы у меня купил... дорогое зелье за 400, за 500 и с ним еще торгануться. А то они что-то покупают зелье сна. Есть одна девушка, я в нее влюблен. Но она даже не смотрит. Надо влюбить. Ой, а влюбить это не зелье либидо, да? Влюбить это зелье... Это зелье любви, вот это. А до него пердохать. Ну ладно, ладно, типа дойти-то дойдем. Дойти-то дойдем. Это сюда. Направо вверх там, по-моему, что-то было. Ну, лучше вот здесь проходить, чем вот здесь явно, да? Так, блин, мало грибников. Мне еще грибник нужен. Нужен грибник. Я вот это не хочу тратить грибы, потому что они мне нужны для зелья маны. Есть куча обычных грибов. Вот до сюда я, в принципе, до этого водоворота я дохожу с двух зелий. Да? Дальше, в принципе, мы, в принципе, как-то проходим. Наверх, налево. А дальше посмотрим, чем можно там выйти. Наверх, налево. Грибов до хрена. Вот этим в третьем можно вывести. Этим тоже можно вывести. Ну, в принципе, мне, наверное, не особо важно, чем выводить. Ингредиентов до ядрени фини. Главное вывести. Сопоставляем, разбавляем. Третье. Накачиваем. Сохраняем рецепт, докручиваем, забираем опыт. Кстати, можно здесь еще крутануться с помощью, наверное, вот этого зелья. И собрать немножко опыта. Не разольюсь? Да вроде не разлились. Так, сохраняем рецепт. А, нет, я его уже сохранил. Завершаем рецепт. На, влюбляй. Только, наверное... А, ну... Только, наверное, у меня репутация, да? Нельзя влюблять. Это как, знаете, с Аладдином и Джином тоже там. Нельзя полюбить.
У нас из-за пожара был уничтожен весь урожай. Пожалуйста, новый выращивайте. Не буду даже денег с вас брать. Мемдой взяли из вредоносной жуки. Яд нужен, видимо, да? 34. Пожалуйста. И мне нужно перепрыгнуть огромный овраг. Вот прыгун из меня плохой. Можно ему зелье... А, левитации тут... А, ну ему можно зелье прыгучести дать, да? Что-то, зачем ему левитация-то? Вот, зелье прыгучести. Третье. На, перепрыгивай. Ну, с тобой торганемся. Деньги я потратил. Горняк, интересно, когда ко мне придет? Вот когда ко мне придет горняк? Нужен, срочно нужен горняк. Горняк. Ну, кстати, у нее тоже, наверное, да, могут быть? Блин, бомж пришел ко мне. Бомж, ты бомж, чувак. Ну вот, ладно, вот эти грибочки, молодец, я их у тебя куплю все. Эти, да, штучек 20 возьму. Вот так вот, нормально. То не буду брать, без скидки, сам себе покупай. Можно еще им как-то перепродавать ингредиенты, тех, которые у тебя много, но... Типа, я их купил дороже, чем ему продавать, даже если это выгодно для меня. Так, мне нужно безопасно быстро спуститься с горы. Вот это зелье левитации нужно. А для зелья левитации мне не хватает рубина. А наверх у меня, по-моему, есть... Да, у меня есть наверх, хорошо. Погнали, сделаем новое зелье левитации с вот этим камнем. Я не буду здесь обходить, это очень глупо, мне кажется. Еще и колдовские грибы кончаются. Ну как так? Ну как так же? Ну игра, ну ё-моё. Так, немножко тебя, немножко тебя. Здесь по традиции крутимся. Здесь снова наверх. Зашибись. Блин, вроде бы все интересно, но как мы там выходить будем, тоже не ясно. Индин-динь. Видите, немного... Немного дает направо, из-за этого печалит. О, здесь можно как нормально покуролесить, опыта забрать. Так, какой-нибудь крокозябрый, да, надо? Ну, этой крокозяброй мы не зайдем. Какая меня интересует крокозябра-то? Хитрая. Вот это, да? Это, да, этим можно. До конца не буду доводить. Здесь мы, естественно, через верх. Совмещаем, разбавляем. Второе. Замедляемся. Третье. Накачиваем. Делаем новый рецепт этого зелья. Ну-ка, и опыт забираем. Отлично. Завершаем зелье. И продаем на... Ух ты ж, ни хрена себе, дядя. Но я не мог его пропускать, да? Я думаю, вы понимаете. Такого клиента мы не могли упускать за 600... Какая-то сыпь на руке. Это, видимо, нас про хилку спрашивают. Пожалуйста, банда головорезов. Они уже выследили меня. Мне нужно срочно скрыться и исчезнуть. Блин, ну это будет дорого. Это будет дорого, если я сделаю зелье исчезновения. В плане дорого для нее. Для меня я зелье наверх. Вот проблема, главная проблема, это справа наверх. Единственное хорошее зелье направо, ингредиент, это вот эти грибы. Они у меня единственные, блин, кончаются. Блин, барышня, не могу тебе позволить исчезнуть, прости. Минус 4, нифига дает. О, грибник. Ну что ж ты, какая-то шляпа мне принес этот грибник. Ну, пускать мы тебя не можем. Надо еще вот эти поганочки. Их мало у меня. Я тебе их всех возьму. И вот эти грибы, по-моему. С этим проблем нет. Но все, кто по скидке, всегда у меня скупаются полностью. Блин, у них всегда грибов больше, чем у меня вырастает.
как так? Все, завершаем. Перепрыгнуть. Так, неудачно перепрыгнул, сломал ногу. Нужна, видимо, хилка. Да давай хилок сварим сразу, чтобы было. Штуки 4. Очень часто их спрашивают. Творческий человек, но лучше всего мне творческие мысли приходят во сне. Зелье сна. Давай тоже. 4 сна сварганим, чтобы было. Слышал, бывают зелья, которые могут сделать кожу дубово твердой. Это зелье... О, у меня, кстати, его нету. У меня его нету, его надо крафтить. Вот оно здесь. Так, давайте, давайте. Да, у меня ингредиенты есть. Грибы есть, кактусы есть. Давай, нам будем с кактуса, конечно, выходить. Самый лучший поход вниз — это через кактусы. Так, сейчас я подумаю, насколько мне надо уводить, потому что, скорее всего, дальше я обычными поведу вниз. Мне надо увести вон с тех костяшек. Направо. Далее. Вот эти наши любимые. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Еще опыта. И вот это. И это вроде бы, вроде как бы, выводит нас в третье зелье. Только надо аккуратненько. Совмещаем, разбавляем. Третье. Надуваем, сохраняем, прокручиваем, забираем опыт, завершаем зелье. Продаем. 177. Здесь я торговаться, естественно, буду. Я, конечно, чек богатый, но не настолько. У меня в амбаре появились крысы. Надо бы тоже яды, наверное, скрафтить. Да, тоже часто требуют опыт. Кстати, еще опыт дают за крафт зелий. Вау. Горняка снова нет. Шел 25 или 26 день. Горняка мы так и не видели. Опять не горняк. Да что ж ты будешь делать? Строим тоннель, нужно взорвать горные породы. Ну, зелье взрыва, да, ему продадим. Оно подешевле. Тоже парочку сразу скрафтим. Торговаться, да, да, поторгуемся. Теперь я торгуюсь тем, что выше 150. С лавовым гигантом наверняка у вас есть что-то, что поможет. Если лава, нужно, наверное, зелье. Остужайка, ему антифриз нужен. Я недавно поранился, кажется, рана начинает гноиться. Здесь тебе поможет хилка. Мне нужны ледяные стрелы. Здесь тебе нужно вот это зелье. О, грибник, ну-ка скажи, что мои любимые грибы есть. Грибник, красавчик, красавчик. Так, что у нас по остальным грибам? Где-то в районе 50, наверное, надо держать. Деньги есть, а третья алхимическая машина мне потребуется еще не скоро. Вот эти грибы меня интересуют. Как у нас? У нас их 5 штук, конечно, покупаем. Все, хватит. А поганочки вот эти, их тоже маловато. Еще не забываем, что мы скинем 800. Это до хрена. Я, короче, грибной барон. Грибной барон. Грибной барон Грув. Безопасно и быстро спуститься с горы. У меня зелье левитации новое, да? Безопасно. О, это, конечно, это очень выгодно нам. Безопасно спускайтесь с горы. Можно просто столкнуть. Безопасно. У меня в амбаре поселились крысы. Пожалуйста, травите. Мне уже безопасно спуститься с горы. Ребята, у меня кончаются, кончаются. Горняк ко мне не приходит. Нету этих ингредиентов. Ну, что вы. Обходить это, конечно, это вообще не камильфо. Магическая энергия на исходе. Давай сразу скрафтим тоже 3 штучки, чтобы было. Так, ну нужен горняк. Обязательно нужен сейчас горняк. Вот. Сходу прям. Горняк? Ну ёпта. Где мой горняк? И магическая энергия на исходе. На. Кстати, скоро у нас 8-й уровень популярности. Творческий человек, но лучше, по-моему, работается во сне. Хочу, чтобы мой молот был силой грома. Это ж Тор пришел, да? Ну, кстати, есть у меня такое. Че, зелье молнии один? Постой, постой. Тор, я не могу тебя с таким зельем.
выпустить в люди. Короче, я что-то не хочу отдавать эти грибы. Или я накупил? А, я их накупил 26. Что-то я совсем забыл. Ну, вообще, мне хотелось направо забрать этот опыт. Здесь я до конца доводить не буду. Мне вверх больше интересует. Далее наверх. Сюда, здесь прокатимся. Придется еще наверх выводить. Так, и что, налево? Налево хватает, да? Хватает. Где-то до сюда мне хватит. Приближаемся. Ой, что-то, по-моему, я перегнул. Хотя, может быть, и нет. Два. Три. Хорошо. Да, сохраним это. Молнию три. Какую-нибудь такую баночку сделаем. Окей, сохраним, завершим. И вот здесь эту молнию один. Ну, кстати, мы отсюда можем продолжить этот, да? На. Нужны огненные стрелы. Берсерк один у нас, кстати, еще. Хорошо, что за берсерком не приходится. А то придется делать еще зелье берсерка. О, смотри, у нас уже репутация 100. Ко мне вообще не приходят вот эти злые. Зелье огня ему, по-моему, нужно. Тоже зелье огня скрафтим, чтобы было. До свидания. Опять грибник. О, мои любимые. Мои любимые, мои хорошие. Все по скидке, все беру. Все, дед. Дед, ты сделал мой день. 800. Все, все беру, кроме вот этого дорогого, вот этого вот могильного трюфеля. Нахрена он нужен? Я, если честно, не понимаю. По рукам. Где горняк? Где горный чувак? Нужно залезть на высокую башню, не представляю, как это сделать. Ну и, наверное, зелье прыгучести нужно. Тоже, чтобы было. Блин, что-то... Я уже так отдаю. Зелье, которым можно заморозить врага. Да, пожалуйста. У меня дома совсем дрова отсырели. Почему дома? Дрова. Нет, дома. Совсем отсырели, не могу их разжечь. Есть ли способ... Конечно, есть всегда. Моя жена, у нас все хорошо, кроме, скажем, могли уделять друг другу больше внимания в определенном плане. И здесь зелье либидо. Давай парочку скрафтим. Тоже периодически помогает фармить монеты. Горняк придет, ой, я у него скуплю все. Ой, все скуплю. Ну, наконец-то. Наконец-то. Сейчас ни хрена не... О, еще и по скидке все. Ну, здрасте. Вот это все сразу. Это все покупаем, дружок. Дружок, я у тебя беру все, кроме вот этого дорогого. Да и направо нам не особо нужно. Мы еще с тобой поторгуемся. Как же долго я тебя ждал, мой хороший. Так. Все, ура, ура. Предлагаю доделать... Блин, лол, я уже тут половину скрафтил. Так, предлагаю доделать вот это зелье. У нас теперь есть камушки необходимые. Ну, погнали, погнали. Так, вот, ой, как у меня много ингредиентов. Боже, я могу просто по карте прошвырнуться и все скрафтить. Вот это я понимаю, как бы. Но мне нужно обязательно именно третье. Третье нужно. Здесь направо. Кстати, надо бы докупить обычных ингредиентов. Надо бы докупиться. Мой любимый гриб. Давай сюда. Дальше вниз. Важно ли насколько? Ой. Иди-ка сюда. Так, я знаю точно, что мне обязательно нужен третий.
Третьего уровня мне нужен обязательно. Ага. Как бы мне не пришлось крокозябру использовать. Но здесь, конечно, прям... А в центр реально вообще попасть? Ну-кась. Да ты чё? Да ты чё? Вау. Наконец-то, вау. Сохранить рецепт. Так, давай, наверное, баночку выберем красивую. Вот такую вот. Сохраняем рецепт. Завершаем зелье. Вау. Я, наверное, сразу могу скрафтить несколько их, да. Так, нас интересуют вот эти соли. Хотя, мне кажется, я уже без солей нафиг пройду эту игру. Сюда, да, по-моему? Если не ошибается. Так, два молнии, два взрыва, один огонь. Так, дайте подумать. Два молнии, два взрыва, огонь. То есть мы идем вот так вот, да? Два молнии, два взрыва, огонь. Хорошо. Кстати, и вот этих грибов теперь у меня... Хватает. Тин-тин-тин. По традиции я выхожу по своей любимой траектории. Стопе. Здесь мне нравится вот этот гриб. Он мне, кстати, может позволить и третью собрать, но мне нужна вторая. Еще знаете, как можно выравнивать? Линию, видите? Можно линию крышечки подвести. Но эта линия, скорее всего, вот эти вот. Но они на одной линии, видите? Линия проходит вот этих крылышек через вот эту баночку. Так, мне нужно второе, не третье. Первое. Второе. Накачиваем. Выходим. Нам нужно налево. Ингредиентов хватает, все хватает. Не кипишуем. Надеюсь, не разольюсь. Не разольюсь. Так, второе, да, по-моему, взрыва нужно. Но это нужно что-то налево-вниз. Это вообще банан, да? Насколько мне известно. Ну, банан, блин, здесь очень рискованно. Дын-дын-дын. Не разольюсь. Да вроде бы не разольюсь. Здесь я, наверное, сильно наверх до конца не поведу. Вот сюда. Сбавляем. Бодяжим. Второе. Накачиваем. Крутим. И нам осталось спуститься вот сюда в огонь. Здесь хорошо нам подойдет вот это вот кокосовое палка. Кстати, мы знаете, как сейчас хитро-то сделаем? Вообще охренеете. Мы спускаемся. Далее просто спускаемся. Вот, а блин, не разольюсь. Вроде не должны. Просто спускаемся до сюда. Фух. И смотрите, какая идеальная штука. Я просто разбавляю до первого уровня, накачиваю и, сохраняя этот рецепт, завершаю. О, кстати, смотрите, можно еще что сделать. Тин-д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 ин. Опыт. Омп. Завершаем зельем. Очко талантов у меня, по-моему, два. Мне еще одно нужно. Это зелье у нас идет. О, где оно, кстати? Вот оно. Вот сюда идет. Да, все правильно. И нам осталось скрафтить тройное отравление из... Этот, как его... Слизь или как там? Ну ладно, с этим тоже проблем не должно быть. То есть нам вот сюда налево-вниз надо идти. Окей. Так, как бы по-хитрому? Как бы так по-хитрому сделать... То есть мне нужно с этим не прокосячить. Это тройное нужно. Кстати,
Я вот начну отсюда. Начнем отсюда. У нас уже есть три яда, да? Да, три яда. И отсюда мы поведем... Угадаете? Отсюда мы поведем вот сюда. Только надо как-то сначала налево. Пом-пом-пом. И дальше уже моим любимым кактусом вниз. Даже немножко откатимся, потому что там такое ощущение, что... выходим. Ну ладно, мы можем сначала вниз... Блин, не можем вниз. Вот это фейл. Ну, давайте вот так. Теперь-то можем вниз? Теперь можем вниз. Вроде даже не разливаемся. Хорошо. Так, что у нас по... Бананам можем. Вот этим можем. Так, мне нужен второй уровень. Второй уровень. Не забываем это. При приготовлении. Ну, опять же, да, я могу, как всегда, и через третий выйти. Так, что-то налево-вниз есть? Что-то было. Банан, по-моему, да? Ну, банан, конечно, идеально. Второго нам надо. То есть нам не шибко идеальное зелье нужно. Но все равно... Хотелось бы просто до третьего не докрутить. Чем заново использовать какой-то ингредиент. Второе. Накачиваем. Сохраняем рецепт. Вдруг он нам пригодится. Завершаем зелье. Интересное зелье, да? Зелье молнии. Надо, кстати, вот это удалить. А это мы добавляем в последнюю чашку. А где оно? А, вот оно. Ну-ка. Все готово. И делаем соли пустоты. Ну, хоть я сделал какую-то интересную штуку. Интересную штуку. Соли пустоты. Сохранить рецепт. Эта возможность находится в разработке и станет доступной в более поздней версии игры. Хорошо. 500. Постепенно стирает построенный путь. Как мне это использовать? 5К. Типа я... Он один или чё? Сейчас будет какое-нибудь зелье, куда надо будет сходить. Опа, новый уровень популярности, о вас слышали в других городах. Что дает? 30 к зелью, у торговца на 75 больше. Через глубокую реку, что можете мне предложить? Не ходить туда. Через глубокую... Давай я тебе предложу пройтись, как бы заморозить и пройтись по ней. Знаете, я творческий человек, но лучше всего мне во сне, пожалуйста. Грибник. Тут есть вот эти поганочки. А все остальное дорогое какое-то. Какое-то все остальное дорогое. Отлично. Назад, завершить. Тебе-то что нужно? Бессонница у него. На. Спи сладко. Болит голова. Хилка тебе. На. Болит голова, хилку на. Строим туннель, взорвать нужно. Взрыв. На. В амбаре крысы. Яд. На. Изи, слушай, со всеми разбираюсь. Вообще быстро. Вообще быстренько мы с ними. Ух, какой богатый урожай у нас сегодня. По факту нам уже это дерево не особо нужно. Так, приходит маг, но купить мы у него... Не можем, да? Есть еще вот этот соли жизни. Восстанавливать здоровье зельем. Это как? Это как?
Я не представляю. Я куплю у нее 5 страниц. То остальное это, конечно, мы оставим на грядущие видео. Следующее, что нам требуется. Я не знаю, насколько нам потребуется много вот этой соли пустоты. Но, как минимум, мне еще надо... Ух ты, штукенция. Пам, тан-тан-тан. Как минимум, сейчас мы будем к следующему видео делать зелье Альбедо. В принципе, у меня ингредиентов даже, ну, много. Вот. Мы его сделаем. Но для начала нам потребуется вот этот камень. В принципе, сделать этот камень... Не такая уж большая проблема. Быстренько пробежаться. Здесь 3 яда, 2 этих. Угу. Я не знаю, насколько нам потом предстоит часто делать вот это негредо для остальных рецептов, да? Но мы это стараемся. Я так предполагаю, сейчас финиш игры — это сделать философский камень. Я думаю, что мы уже близко, где-то 1-2, может 3 максимум видео, мы его уже сделаем. Ладно, ребят, спасибо большое за просмотр, пока сделаем небольшой перерыв, ставьте обязательно пальцы вверх, рассказывайте друзьям о моем канале и пишите комментарии. На сегодня все, с вами был Грув, увидимся когда-нибудь завтра, всем до скорых встреч, всем пока!